Я вас приветствую на канале Егора Скандет. Мы продолжаем играть в фильме Симулятор 19. И это коуп карта Воля Забержовская. Что? 19 часть. И мы поле культивируем. Вот вы видите, тут трава уже созрел. Нафиг нам, ребят, трава, если. Нам нужна, ребят, пшеница. Я думаю, тут на работника нанять, и пусть он траву эту. Ну а, ребят, а реально, куда ту траву деть? Нет же, ребят, ни скота, ну куры, у меня есть куры, да. А, ребят, а этим, ну, скучным, нудным делом будет заниматься наш котик. Вот он, наш котик. Он точно, надеюсь, не вражится в дерево. Понятно. Он не понял. С Костиком у меня он долбень. Вот такому парню доверю, такому нету. А мы с вами до сих пор будем сеть это поле. Вы видите, тут осталось совсем чуть-чуть. Вот здесь, ребят, осталось. Вот тут осталось, вот вы видите. Вот здесь чуть-чуть осталось. Это что? Силосная. Что, силосная башня? А, ну вот же. Это же не силосная башня. Это же я не... Ребята, не посмотрел. Секунду. Секунду дела. Вот. Ну, зерно лепата. Да, и у нас большой спрос на прядины. Вот на вот этой вот станции у нас большой спрос. На этих двух станциях. Огромный, ребят, спрос. Я не знаю, на что именно. Но у нас огромнейший спрос. Еще мы промотаем время. До 11-й. Нами же я закончила работу, да, вы что, шутите. Ладно, с нами на пофиг, у нас тут огромный. У меня нет ни зерна, ни хрена. Нет, вот смотрите. Пшеничка, ну это, понимаете. Мне надо еще, вы видите, сколько у нас тут пшеничка. А вот, 7 градусов, ну и конечно же соя. 10 градусов, да. Ой, ребят, видите? Ну, и я не хочу, ребята, сейчас. Так и на блок, что ли? Я, ребят, не хочу жертвовать этим зерном, проверять там, ездить далеко. Я такой, что... Опять. Что нам надо засеять? Это вот поле полностью. Вот мы его продолжаем сеять. Ну, это уже наш К-700. Нет, опустить, включить. Я знаю, что к этому участку нет доступа. Да, ну и ребята. Просто нам надо будет ожидать урожая. Это вот пальца. Будем чуть-чуть позаниматься с вами лесом. Чуть-чуть тайм, чуть-чуть всем. И мы с вами позанимаемся. Как вы видите. Уже мы будем с вами выгонять комбайн. Потому что, ребята...
Ну как? Вот на проветривание ему выгоним. Давайте сейчас выгоним его. Понимаю, там, ну, туда-сюда, ну, ему надо его выгнать, как раз сюда комбайн отправится. Вот он наш красавчик. Ну и плюс нам надо ставить ребятельницу. Так. Ой, греется наш комбайн. Вот, ну, жарко. Ну, ребят, все равно нам надо проветрить нашу технику. Ну, теперь мы можем посмотреть на комбайн со всех сторон, какой я себе приобрел комбайн. Вот такой, ребят, комбайн. Ну и сейчас выгоним мы вот эту вот штуку. Комбайн у нас уже все выгнан, уже приготовлен к сбору урожая. Понимаю, вы там говорите рано собирать урожай. Только он будет зреть. Ну, ребят, совсем скоро. Все-таки же. Видите, курочки у нас тут ходят. Все-таки же будет созреть уже урожай. Вот, а тем временем мы пока давайте засеем это поле полностью. Вот это вот пальцо. Вы видите. Ну давайте мы, я засею потом сам, это вам не скучно, ай-яй. Я, кажется, заведу технику и буду. Тут, ну, тоже я тут засею. Я чму. То Костик наш ни хрена не понимает. Да, траву, конечно, жалко, но, ребят, польза от нее какой. Поле это участок хорош. Пользы от этого поля никакой. От этой травы, ну, участок тогда просто пропадает. У нас вот есть там маленький участочек, он тоже гибнет. Этот участок, он тоже там есть трава. Ну, что, установка. Установка, я так понял. Ну, ребят, тут мы однозначно, видите, дождь. Дождь будет, блин. Ну, пшеничке нужен дождь. Я вот что сейчас думаю. Сейчас быстро все засеять. Мотнуть время, когда будет дождь. Ну, думаю, так завтра или до 4 часов вечера. И думаю, что будем сеять там надо. Сеять это поле. Ну, ребят, мы просто тоже взяли. И за это дело, я знаю, что нет доступа к этому участку. Я вот что думаю. Вот тут, ребят, видите, такая вот ферма у нас. Ну и, ребята, в принципе, такое вот пальцо хорошее. Под ячменем. Ну, ребят, нам пофиг, что могут думать жители этого городка. Извиняюсь. Ну, нам надо с вами поработать на полях, потому что кто живет, мне поможет поработать. А?
Если б куб. Так. Я вам сразу говорю, тут я не против, чтобы, ну да, сетки пар, то все. Ну, ребят, тут же будет жизнь вести, ну, все будет тут хорошо. Я думаю, все-таки в прошлой части я думаю, что скота приобрету туда-сюда, может реально скота приобрести. Может, туда-сюда, ну это столько, блин, мороки с этим скотом, это ж, блин, надо ему жрать туда-сюда. И я тут себя спросил, а какая польза от того участка тогда? Давайте я его просто туда запхаю, и все, я уже подумал, не, травка бы там будет. Ну что ж, я предлагаю на этом заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Кто хочет сделать такое вот одолжение, ну, я вас прошу об одолжении, я прошу просто так, чтобы у вас. Ну, травка, да. Давайте попробуем, конечно, по парку. Не вот спрашиваю. Да ух, какой-то. О, как видите, утаплюсь. А смотрите, как красиво. О, я боюсь, утки без задницы. Так, такой вот парк хороший. Ну что ж, я с вами буду прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. Встретимся с вами в следующей части. Я буду тут работать. Ребят, все буду тут делать. Туда-сюда буду. Буду работать, ребята. Буду мотать время. Встретимся с вами на 5-м днём весны. Я думаю, что сейчас за некоторое время до дождя мы что-то, ребят, успеем сделать. Для начала я посею. Потом, когда будет дождик, я покультивирую и все. Я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а я буду продолжать работать.